Привет, ребята. Что, остался тут кто-то со мной после Гара или нет? О, робот остался. Привет, робот. Я знаю, ты хотел, ты, наверное, единственный, кто хотел взглянуть на Фростпанк. Я думаю, что мне сейчас потребуется помощь. Меня напугали, что игра ультрасложная. Ну и тут есть, конечно, один нюанс. Поскольку это демо-версия, она раздавалась журналистам, она раздавалась ютуберам и так далее. Демо-версия включает в себя геймплея только на 10 игровых дней. И вот здесь вот внизу как раз-таки написано о том, что game will end on day 10 в 22 часа. Собственно, насколько я поняла, это займет где-то час. Я думала, людям нравится там угара. Активная тусовочка на нем проходит. Такс. Ты что-нибудь знаешь о Фростпанке? Я запускалась буквально на 2 минуты. Тут мне, кстати, говорили, что есть русский язык. Я пыталась какие-то настройки войти, но судя по версии, здесь, видимо, вообще никакие настройки нельзя сделать, нельзя подшаманить, поэтому будем сейчас разбираться по ходу. У меня еще не очень хороший английский. И из-за этого тоже может возникнуть недопонимание заданий, так что, пожалуйста, держите за меня кулачки и помогайте. Итак, ладно. Ну что ж, погружаемся. Да. Я тоже слышала о том, что она очень жесткая, но вот сейчас и проверим. Давайте, click to start, здесь больше ничего нет, никаких настроек, вот ты загружаешь игру, и перед тобой падает вот это. То есть события развиваются, я так понимаю, что в 1886-м. Я это все дело переводить не буду. Вот. Но скажу сразу, что кругом все очень и очень плохо. Сначала я думала, что вообще эта игра будет про будущее, но, как оказалось, нет. Так, стоп. Fight the gold. We need to get the generation working. It provides heat and power to other buildings. Without it, we'll freeze to death. Да, без него, короче, нам всем будет крындец, мы все замерзнем. Короче, нам нужно найти сам coal. Это что, это уголь? Не знаю, как правильно считается. Для старта генератора. Тут есть, я сразу знаю, пауза. Русского нет? Нет, здесь нет русского. Привет, Алексей. Привет, Павлик. Да, альтернативная история. Так, я нажала на паузу. Воу, давайте посмотрим, что тут у нас есть. В общем-то, мы живем, я не знаю, какое-то просто жерло чего-то, и все кругом заморожено. Не знаю, можно ли будет в теории потом отсюда выбраться. Так, вот у нас активные задания. Так, активировать генератор. Так, это генератор. Уже хорошо. Также нам нужно найти уголь. Так, а как отсюда выйти? Как его закрыть? Как его закрыть? Ага, нашла. Эскейпом можно закрыть. Так, что из этого уголь? Это стил. Это не то. Это еще что ли стил? Это wood. Frozen trees. Это замороженные деревья. Это iron. О, вот. Уголь. Отлично. И вот это вот он тоже. Поближе нигде нет. Wood. Ладно, давайте вот здесь вот как добыть. Мы можем отправить сколько? 15 человек, рабочих либо инженеров. Привет, Анархиус. Анарчикус.
Так, сколько отправлять? Сколько у нас всего человек? Кто-то видит? Я пока что не вижу, сколько у нас всего людей. Может быть, вот это? Ага, нет, это 80 homeless, бездомных 80. То есть, в принципе, у нас есть 80 человек. Давайте тогда отправим 15 на сюда и посмотрим, что будет происходить. Угу. Вот они потопали, но нужно было поближе искать. Блин, ближе нельзя. Что-то они как-то полезным делом не занимаются. Давайте, наверное, сразу кого-нибудь еще отправим на... Что тут еще есть? Топ постройки. People, tent и bunk house. Не знаю, как переводится. Есть медицинский пост. Стоп. Так, в еде у нас есть какой-то кукхаус. Это, я так понимаю, кухонька. И Hunter's Hut. Это домик охотника, видимо. Gathering post. People working here gather resources from nearby. Угу. Короче, я так понимаю, что здесь ресурсы складываются с ближайших этих. И вот это вот воркшоп, мастерская. Ты теперь вместо Эллиота? Я здесь уже год. Нет, я не вместо Эллиота. Я просто в основном Лолет стримлю в более раннее время. Так, ладно, я предлагаю, поскольку я тут смотрю, дерево нужно будет, действительно нужно еще отправить на деревце людей. Давайте сюда тоже пятнашку отправим. Ого, посмотрите, как красиво сделано. Кстати, вот на снегу здесь как будто бы намело, знаете, когда ветер, иногда оно так гладит. О, я даже вижу анимации ветра, снега, видите? Не знаю, передает ли стрим качество, но видно, как ветер дует. Очень прикольно, очень круто сделано. А на русском нет, нет, в пресс-версии нельзя поставить другой язык. Тут вообще никаких настроек нет. Сейчас, давайте я еще разочек запаужу. Вот у нас уже есть 72... угля, 36 дерева мы уже добили. А, или может было вначале, я не обратила внимания. Так, я запаузила, что-то я... Вам звук слышно игровой? Тут он такой, я бы сказала, немножко безнадежный. И генератор, так, а как его запустить? 5 часов. Ага, у нас мало угля, поэтому он, так понимаю, что 5 часов только будет работать. У нас уголь добывается постоянно, поэтому нам нужно 200 угля добыть. 13 часов. Ну, я периодически другие игры тоже подстримливаю, я же не только Лолец. Иногда я новинки какие-то стримлю, как сейчас, просто новых проектов, которые достаются мне, ну, они бывают не так уж и часто. Вот. Так я еще Battle Ride стримила последние несколько недель. Мне было интересно поиграть. Так, что здесь? Demolish Street? Что это? Что такое? Так. Это убрать. О, Build Street. Так. Нужно больше золота. Без музыки? Ибо знакомимся с игрой. Да, это без музыки. Я убрала музыку. Спасибо, робот, за сатенчик. Я музыку отключила перед стримом. Давайте, пока я на паузе, как дорогу прокладывать? Вот, ага. Как в SimCity или как в Sims. Вот так вот, как вы думаете, это хорошая дорога? Какая протоптала? Вот, протоптала. И давайте здесь протопчу. Странно, я не знаю, кран не вращается. Угу. Давайте, ну хотя люди там протоптали, а я не... Ага, могу туда, давайте тогда вот так вот. Минус 15, вот ни хрена себе, дорого. О, привет, где пропала? Меня не было только несколько дней, я же переезжала, я с четверга на пятницу уехала, и вот только сейчас вернулась. Ага, уничтожить, спасибо, ребят. Сижу, смотрю ролик Вилсакома и открыл эксплит, и тут как нужно больше золота. Какую комнату не сменила? Найтвульф, ничего себе, привет, Найтвульф. 150 лет тебя не видела. Какую комнату не сменила?
Я там ключ Гара закинул на Вархаммер. Сейчас батка стартанул, лучше бы ее постримили. Ну, Гара только свой стрим закончил, видимо, он решил, что нужно постримить это. Так, почему у меня не... люди не идут? Почему? Ага, все, escape нажала, все окей. Я не могу, у меня комната большая, пустая, ничего в ней нет, из-за этого вот такой звук. Да, привет, привет, киллеров, привет, ребят. Эш уезжает, да, Эш не мог сегодня застримить, а... если бы Гара меня попросил подвинуть стрим, я бы, ну, не отказала ему. Так что не надо тут на меня наезжать, это было его решение. Сейчас... Где я игру это взяла? Мне Сиротин дал, у нас пресс-доступы. Я говорила уже, ее получали блогеры, в основном те, кто стратежки показывает или делает ролики по ним. Вот, смотрите. Посмотрите, часть работает, а эти какие-то бесполезные люди. Сидят только и греются, еду мою поедают. Да, я уже переехала. Ну, слушайте, давайте, если вы его пинаете, то хотя бы, ну, через час хотя бы пусть стартует, потому что здесь только 10 игровых дней дается, у меня первый, я думаю, что я быстро закончу. Ну, я смотрела, на ютубе приблизительно час ролики занимали, я их не пересматривала, но больше часа я ни у кого не находила. Так, а что это, дисконнект? А что это за звук был? Ага, time off, окей, rest time, это время отдыха, рабочий день, видимо, окончен, окей. Без проблем. Когда новоселье, в смысле, я уже переселилась. Ну, пусть хайпит, через часик я готова освободить. Я не знаю стратегий, похожих на эту, потому что я вот только подключилась с, ну, в эту игру, и сколько я играю? 5-10 минут? Я еще даже свое мнение не составила по этой игре, но для меня топовой стратегией, наверное, остается герой 3, цивилизация 5. Моя любовь к цивилизации 5 просто неисчерпаема. Хомяк, не по стратегиям, ты чего? Ты не знаешь, сколько часов у меня наиграно в 5 цивилизацию с разных аккаунтов, потому что меня как-то из инку-группы кикали. Вот, и мне пришлось несколько аккаунтов делать для этого. Так, рестайм все еще. Что делать время рестайма? Давайте А хотя нет, давайте сейчас я нажму на паузу и поставим домик. Они же у меня все homeless, они же все бездомные, под генератором трутся. Давайте тент поставим на 10 человек. Так. Может, им сразу медпункт поставить и еду? Еды 20 штук, ладно, пусть едят то, что есть. О, смотрите, пошли пахать. Правильно, конечно, кто строит, тот и живет. Алина, какой подарок приготовила мужчинам? Ну, у меня была идея подарка, но потом я посмотрела, мне по времени завтра некуда впихнуться, так что я вряд ли смогу ее реализовать. Тыркай весы, зачем тыркать весы? Ага, wisdom of the crowd. People usually look of the... Wicked solutions, not the best one. You don't have to agree on everything they ask. Короче, ты не можешь... Люди постоянно что-то просят, но я могу не соглашаться на все, что они там хотят. Если вы пофиксите проблемы своим путем, это тоже хорошо. But если вы... Короче, если вы зафейлитесь, у вас все будет хреново. Перевод от Алины. Ту-ду! Я вообще не уверена, что девушки могут стратегии, но мне кажется, это предвзятое отношение. Привет, Болян. Куда ты велсаком? У меня смотри. Игру не знаю, ребята, это демо-версия. Так, сейчас. Я не уверена, что ее уже можно купить. Так, у меня тут, ого, два больных, а как они успели заболеть? А что делать с ними?
стоп, пауза. Короче, у него есть семья, есть ребенок, он не работает, и лайф был, типа, все будет жить, очень низкий риск заболеть. Ну, так, а что тогда мне пишут, что у него там все плохо, а это целая... А, это он же, да? Давайте тогда на второго посмотрим. А, не одинаковые, блин, странно. Блин, у меня что-то очень много homeless, давайте я еще построю, потому что они будут все заболевать в этих... Давайте вот так вот сделаю, то они сейчас все заболеют, и им же холодно на улице. Алина на страже людишек, я всех спасу, всем дам дом. У них минус 20, понятное дело, им нужны дома, и лучше не деревянные. Посмотрите, как можно вообще так греться, у них там продувает все. Больных пусто, чтобы колонию не заразили. Да лучше их тогда, двоих больных, отправить куда-нибудь на добычу, например, стали. Если сдохнут, то там пусть в своей резервации остальное сдыхает. Что они говорят? Они что-то сказали, я не услышала. Так, а что они не строят? Те строили, эти... А где они спали? Вот у меня дома... Ну, домик только на 10 человек был, они откуда-то все повылазили. Let's get to work. We can let our... Не успел дочитать. Things are going literally well. Окей. У нас все нормально. Так, стоп. Пауза. Температура внутри зданий зависит от силы генератора. Есть, короче, всего 6 уровней температуры. Заморозка, очень холодно, холодно, чилин, типа норм, можно жить и, типа, очень комфортно. Окей. Ага, и, видимо, чем дальше я ставлю, типа, тем горячее. Или, то есть, когда красненькая зона, значит, им прям горячо. А вот это вот можно жить. Окей, я поняла. Что здесь нам расскажут? Первые заболевшие. Люди, живущие или работающие... На холоде могут заболеть. Короче, я могу поставить медицинский пост, но помочь что-то там, помочь больным мы сможем после открытия права чего-то там. Я так поняла, что здесь, наверное, будут, как в ЦИВе, линия перков или там выбора каких-то правил, по которым мои люди будут жить. Requires extreme. Ладно, ясно. Почему я жесткий правитель? Хороший. Они на земле лежали? Ну, бывает. Так, the daily routine. Короче, у моих людей есть дневное расписание. В 6 утра они просыпаются, и 2 часа они имеют свободное время. Алена, мерзлота, апокалипсис, какое 2 часа свободное время? У меня столько в жизни свободного времени нет. В 8 часов утра они начинают работать, и рабочий день 30-10 часов. В 6 вечера они заканчивают работу, и 6 часов фри-тайма. Серьезно, эти люди 8 часов ни хрена не делают. А потом 6 часов еще спят. Идеально живут, маслята. Вот, смотрите, вот этим прям горячо, а этим нормально. Ну, окей. Давайте мы еще добудем сталь. Здесь сталь можно добавить. Давайте тоже максимальное количество людей пустим на сталь. И я построю дорогу, чтобы моим людишкам было легче идти. Я очень добрый правитель. Рад был услышать хорошего стрима и хорошей ночи. С новосельем. Спасибо, котик. Давай, спокойной ночи. Всех добывать металл там умирает, пускай. Какие-то вы жесткие. Так, а это что? Это food rations. Это
raw food, не знаю. Короче, мне нужно добить больше этого. У них почему-то хоуп падает. Давайте, а я могу еще сюда пятнаху зафигачить? Нет, давайте тогда вот сюда зафигачу еще пятнаху. Идеально, пусть работает. Не могу здесь выполнить, чтобы квесты следующие получить. Work time. Правильно, пишите. У меня поселение, которое... Выживание моего поселения зависит от того, как они поработают. А они ни хрена не работают. Поэтому меня и бомбит, что они ничего не делают и отдыхают по сколько там, я сказала. До хрена они отдыхают. Я им тут дороги строю. Смотрите, вот где вы видели такое удобное? Такую комфортную жизнь. Да это лучшая колония. Так, вот это что-то нужно нажимать. Такс. Короче, сэр, сир, просто богиня, можно так обращаться. Очень много больных, и у нас недостаточно ресурсов для постройки медицинского поста. Такс. Мне нужно сейчас что-то принять. Вы что-то понимаете? Конечно, с плеткой езжу. Что это даст? Не хочу это принимать, какое-то говнище. Не-не-не-не-не, клоус, баба, мы это не принимаем. Ну, будут ресурсы, вот они сейчас поработают и построим медпункт. Они же ни хрена не пашут. А заболевших много, да, слушайте, 7 человек заболевших. Чего они все такие болеющие? Я им дома построила, они сдыхают. Работайте. Каких детей? Ты видишь здесь детей? Они еще не успели размножаться. Как в таких условиях можно размножаться? Видите? Жить можно, пишет. Раз жить можно, пусть... У него workplace chilly, а rest place комфортабельная. Very low risk to getting sick. Он не болеет, они просто симулируют. Симулянты. Чёртовы. Что за люди в моем поселении? Вот нужно с одного шкуру снять или привязать к столбу, чтобы заморозились. Остальные будут уже не такие кукареки. Я думаю, ночью они отдыхают после тяжелого рабочего дня. Так, мне нужно построить Hunter's Hut или Head House. И Cook House нужно построить. Хорошо. Сейчас построю. Food. Нифига себе, 40 дерева из-за то, из-за другое. Ну, где они будут кушать? Что, сюда не влазит? Я, по-моему, как-то криво построила дорогу, потому что туда не влазит, а сюда влезет. Давайте, это что у нас... Угу. Есть. А второе рядышком. Там. Хотя кухню нужно было ставить подальше. Я что-то нелогичный правитель. Нужно чем ближе, тем теплее жить, а кухню нужно было ставить подальше, как думаете? Привет, Гренка. Это как же он называется? Frostpunk. Игра про выживание вот этом жестком, холодном, недружелюбном мире. Я, кстати, не понимаю, зачем домик охотника, на кого здесь охотится? На сосульку?
Так, я же поставила строить, почему люди не работают? И что там Что, рейстайм? Они вообще работать не успевают, какой рейстайм? Еще и 25 дней. Ну, сори, ребят, 7 заболевших, удохните. Не хватает у меня ресурсов на то, чтобы построить для вас это. Потому что они вообще не работают. Что за люди? У меня какая-то самая ленивая колония. Подлетная рыбалка. Мне кажется, в таком мире ничего не выживает. А что это? Туда еще людей нужно? Такс. И у кого будет прерогатива работать на кухне? With basic resources, blah, blah, blah. Now we can try to rescue those that we left behind. Build a beacon. Что за beacon? Scout the frostlands and save as many survivors from our expedition as possible. You'll need a workshop to design plans for more advanced buildings. Короче, нам нужно построить какое-то беконище, я не знаю, что это такое, для того, чтобы разведать типа замороженные поля и найти других выживших для того, чтобы типа спасти их, ну, спасти как можно больше выживших. И нам нужен воркшоп для того, чтобы открыть чертежи новых buildings, зданий. Такс, это РТС, в смысле, сейчас, ребят, сори. Почему я хороший руководитель? Там нет деревьев, ну сейчас покажу, что тут. Нет у меня публичного дома. Эхо нельзя убрать, к сожалению, это из-за того, что комната очень большая, пустая у меня, и оно не убирается. Маяк, окей. Тут пауза есть, да, здесь пауза есть. Так, сейчас я сбилась. Во-первых, ага, они будут делать типа 10 приготовленной еды из 5 обычных. Давайте, сколько, я не могу сюда никого поставить, что ли? Ладно, не, и сюда не могу никого поставить. Так, воркшоп вот. А где бекон наш? Бекона нет, значит, бекон откроется после того, как я воркшоп поставлю. Воркшоп требует 15 дерева и 5 стали. Отлично, я могу построить воркшоп. Может, подальше поставить? Вот так, да? Давайте подальше. Зачем ставить близко, если поближе лучше поставить здание, где люди смогут жопку погреть, правильно? Так, у меня что-то снова пишет. Food is hunger. Короче, каждый житель кушает еду. Спасибо. Люди идут, короче, на кухню и жрут, когда они голодные. Ла-ла-ла-ла-ла. Понятно. Окей. Короче, вкратце, эти охотятся, эти готовят, когда люди холодные, они приходят пожрать. Из 5 в вот такой вот еды получается 10 такой еды. Изи. С каким досугом? Да нет ничего. Здесь ничего нет, я могу построить домик, кухню и все. И медицинский пост, и воркшоп. Чучелам зрителей я за. Так, я уже читала про Food and Hunger. Out of wood. Окей, у нас нет wood. Ну ничего страшного, мы же не будем. Мы углем топим, а не этим. Так что нормально. Вот пошите. У меня он еще 50 бездомных. Это уже сколько? Второй день прошел. Что у нас по прогреву? Ого, воркшоп будет не прогреваться. Как поднять? Ага, мне нужно исследовать, чтобы поднять уровень. Мне нельзя было здесь ставить. Генератор не прогревает. Мне нужно было сперва поставить воркшоп где-то здесь. Потом изучить.
Тяжело, тяжело. Не, я не люблю чучела. Они страшные. Такс, work forge, force. Некоторые строения, как медицинский пост или мастерская, require intense mental labor from the people employed there, and as such can only be staffed by engineers. Workers only provide manual labor. Children. Ой. Ага, я начала с 50-ми, да, правильно, этим. А что у меня дети не работают? У меня все-таки были дети. У меня, короче, на старте было 50 рабочих. Я отправила, по-моему, 30-ку на уголь, одну туда, отправила, по-моему, 15 на дерево, и, значит, оставшихся отправила на сталь. Окей. Ага, и чем больше у меня мастерских, тем быстрее у меня скорость исследования. Зачем мне чучело за спиной? Хотя мне нужен какой-то задний фон. Почему not one employee? Мне некого отправлять, получается, да? И что делать, если мне некого отправлять? No workers. Зашибись. Окей, где у меня стальная штука? Вот это стальная штука. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мы убрали 10 человек. Давайте тогда скольких? Раз, два, три, четыре, пять поставим сюда. Раз, два, три на кухню. У меня осталось 2 человека. Ага, нет, стоп, у меня инженера больше. У меня инженера больше, соответственно, я могу поставить больше людей на еду. Идеально. На кухне будут работать самые тепложопые. Но я же не знала, что они у меня есть, блин, бесполезные какие-то. Зачем здесь вообще детей ввели? Они бы умерли, они бы не выжили. Только когда моя колония встанет на ноги, тогда. Привет, Майти. Так а как мне детей заставить работать? Hunters. Hunters bring food. Спасибо. Leaving the city to hunt in the wilderness. Each hunt lasts for 24 hours. Between hunts, hunters will see to their needs. Короче, они, походу, этот... Не будут работать постоянно, как я понимаю. Окей, понятно. Мне инженеры пригодятся, мне кажется. Что? Что? Чё ты горишь? Мне показалось, или оно горит? А, типа на 23 часа осталось. Идите работайте. Rest time. А, вот они идут. А почему у них rest time, они тогда идут? А, правильно, не надо отдыхать. Нужно добывать. Стримлер занят. В смысле, почему я занята? Я, может, что-то пропустила? Work-то. Блин, у меня 14 больных. Нужно быстрее дерево добыть, да поставить медизбушку. Sorry, I don't speak Russian, but hunters live only during working hours. Okay, thank you. Посмотрим. Смотрите, какие-то проценты показывают. О, смотрите, уже еду переработали. Короче, когда эти переработали... А, под стоп, а почему так? Они жрут. У меня из 5 таких, 10 таких, они уже сожрали, я 10 таких потратила. Хватит!
Ка, смотрите, какие про... Только бы пожрать! Что за ужасные люди? Ага, стоп. А как мне... Как мне ресерч провести? У меня там сидят люди. И они ничего не изучают? Ребят, есть идея, как мне заставить этих работяг работать и изучать что-то? Ого, боевая арена. Вот это вот то, что мне предлагали. Child Labor Safe Jobs. О, Child Shelters. Soup Food. Может, мне что-то нужно принять? О, окей, so you mean I need to move my hunter's house outside the generation zone, right? Because they don't spend a lot of time in house and they don't feel cold, right? Лещаем, да, интересная игра, давай детей обучаю убивать. Только пока контента маловато, надеюсь, на релизы будет побольше. Ну, конечно, здесь только 10. Как детей убивать? Children labor safe jobs. Это же, типа, безопасные работы. There are not enough hands to do all the work. We shall allow children to be employed in safe place, like cookhouse or bothouse. Ах, hothouse. Идеально, пусть идут пахать. After tax... Passive effect. Children can be employed in safe jobs. Окей. Что-то с хопом в нашем случае. Короче, я принимаю. Пусть пашут. Идеально. Эй. Дети пашут. Конечно, вы тут не на курорт пришли, а вы выживаете. А, сейчас, сори. Пауза. Привет, Алина, в чем смысл этой игры? Привет, Джефф, ребят, сори, я некоторые сообщения пропустила, вот, например, как, например, сейчас сообщение Джеффа. Смысл выжить — это поселение в вечной мерзлоте, которое пытается выжить. Так, что тут пишут? That said, we work all day and now... Что? Я ничего не успела. Короче, они там что-то это... Said. Идеально, я могу... О! Смотрите, раз, два, три, четыре, пять. Все, идеально. А знаете, куда я пущу этих пяти работяг? Это что, еще деревце? Так, а у меня на деревце здесь максимум? Максимум. Пущу еще сюда, раз, два, три, четыре. И все, класс. Так, что здесь? Hope and discontent. Ой, идите нафиг. Что? Actually, none of us can speak English, sorry. Ребят, мне нужно... Ого, у меня голодают люди. Короче, объясните мне, как мне сейчас сделать так, чтобы мои люди изучали что-то. Они же ни хрена не делают. Как я изучу бекон этот и спасу остальных выживших, если они, короче, какие-то useless. У меня люди пашут. Мне нужно больше еды. Почему у них трое голодных? У меня есть еще фуд. Четверо хангри. Офигеть. Ну что сразу идите нафиг? Они у меня люди просто ленивые. Работают плохо. Да, выделить ученых можно. Смотри, вот. Ну и что? Вот я их выделила. Enable.
смысле? Ой, ну, что делать? Как мне изучить? Короче, у меня есть 28 дерева, мне, по-моему, пора поставить медицинский пост. Стакс. На первой кнопке End New Search нажми, я ее даже не выбрала. Сейчас посмотрим. Давайте еще раз. Блин, точно. А, какой я тупица. Какая же я тупица. Вот маяк. Маяк. А почему? 10 дерева? На маяк? На изучение маяка? Боже, эти рабочие какие-то совсем охреневшие. Но спасибо, Найт Вульф. Кто изучает русский язык? 10 голодных. Охренеть. Так, а это что? Rest time. То есть я даже не могу... Я даже не могу сейчас заставить этих изучить, потому что у меня только 10 дерева. Чего они так голосят? И как мне их лечить? Poor medical care. Что? Есть варианты? Не знаю, но у них какой-то... Тебе нужно... You need to be just good guy. Так. Давайте просто выберем... Let's try to sort it out. Так. Почему нет пациента? О, пошла лечиться. Хорош. О, идеально. Вот они лечатся. Смотрите, у них там все хорошо. Вы сейчас настолько много пишете на английском, что я не понимаю, кого мне читать на английском, а кого не читать. Ты решила отделить больных. Но правильно, а что заражает нормальных белых людей? А это что? Что это? У меня все еще дохрена бездомных, дофига больных. Heal to sick. 0 из 11. Open a new place in treatment. Что за new place? И как мне их... Как мне их полечить? Как их полечить? Hungry. Да боже. Ребята, по-моему, мое поселение не доживет до 10 дня. У меня еды нет. Они все... Смотрите, 18 голодных. Мне, может, еще нужны эти домики? Охотничьи.
Recovery time. Нифига себе. Они еще и голодные. Ну как мне вас покормить? Лопушки вы мои. Что делать? Может мне еще одну такую штуку поставить? Hunter Hut. Hunter's Hut. Я все еще не вижу, сколько у меня вообще количество людей живо на данный момент. Они могут не бухыкать на мое ухо? Эхе, что это? One hunter's hat is not sufficient for... Okay. When I have more wood, I will... Make another one. Все нормально, смотри, у меня еще хоуп есть. У меня тут, короче, мои люди живут. Они, вот, ребят, у меня отличный руководитель. Мои дети выживут все 10 дней. Мои дети. Мои люди, сейчас. Да боже, можно не... Я мышкой клацаю туда. Справа внизу количество народ бездельников. Ага, 40 из 80. Смотрите, что-то у них с ручками. Короче, давайте-ка мы быстрее перемотаем, пусть они идут работать. Они все равно ничего не делают. У меня дерева нет, чтобы что-то делать полезное. Почему никто не выживет? Да выживут. Сейчас придут хантеры и такие, ух. Let's get to work. We can't let... Да! Работать! Окей, have fun too. Good luck. Что? First gravelly ill. Что? Что значит gravelly ill? Но судя по картинке, ему типа крындец. Ребят, что мы их будем, типа... Так я так понимаю, что это смертельно больные, правильно? Привет, уже можно в стиме качать? Это пресс-версия, так что нет. Смертельно больной, я думаю. Вот, судя по их виду, они не тяжело больны. Тяжело больны, это когда температура 39, и ты такой лежишь. Я не могу перевести, что мне дает, что за отрицательный мудлет будет, я не понимаю. Ладно, давайте примем. Пусть у них будет хоп. Видите, хоп поднялся. Идеально. Пусть знают, что даже тяжело больные могут выжить. I just hope then I don't draw the short straw when I fall ill. Да. At least we will be saving lives. Well, some of them. Да, некоторые из них. Где минус 30? Минус 35? Минус 38? Минус 39? Минус 40? Что за говно? Что за говно с этим моим этим? Ребят, по-моему, моему поселению крантец. А что с печкой? Ребят, по-моему, печка что, не пашет? Cold, chili. Блин, что делать? Я уже тоже говорила, да. Так, а теперь расскажите, как мне сделать погорячее? Ребят, есть идеи?
Как, а, еда пришла! Кушайте мои сладкие на здоровье! Посмотрите, да, но вот здесь они живут вот здесь. Anyway, одно и то же. Вот смотрите, поперли жертвы. Кто женщину... Они снова все сожрали. О боже, сколько можно жрать? Так, ну, сори, ну блин, мне нужно дерево на эту штуку. Я не знаю. Фуд, нет дерева, 20 дерева надо. Сейчас, сек, ребят, я тут... Нас так поздно не смотрят дети, но вообще, по-моему, в моей печке действительно пришел крындец. Еду приносят раз в сутки. Мне принесли еду, типа 10 человек пожрало, и все, просто и все. Мне нужно больше людей на дерево. Это не дерево. Верес чертово дерево. Идеально. Пусть дерево добывают. Бездельники. Как там мои больные? Two days? Что? Почему recovery time? Two days. У меня есть уголь. У меня много угля. Weather changes. Спасибо, я заметила, что weather changes. Да, температура падает и поднимается время от времени. Может, Frostpunk не сильно цепляет, потому что мы только разбираемся? Все-таки это даже не релизная версия, она еще может 150 раз смениться. Генератор Overdrive. Спасибо. You can put the generation into Overdrive. This will result in more heating. But put in generation the streets. Keep in the streets. Окей, попробуем его заовердрайвить. Что тут еще? Ой, я все позакрывала, зашибись. Когда ты классно и все позакрывал. А как мне сделать его? Отлично, овердрайв включен. Люди снова не мерзнут. Далее. Мне нужен еще один домик с едой, прям 100%. Я его могу поставить на второй линии, потому что они не сильно этот, идеально. Что они? Что за frostbite? Я сочувствую. Че вы мне жалуетесь? Алло, вас 80 человек. Вы должны не жаловаться, как тряпки, а пахать и выживать. Еще и дети обленились. Что, дадим детям день day off или не дадим? Вообще у меня есть другие дети. Я бы этих детей нахрен уволила и дала и посадила бы других.
Я не видела, мне же не все эти вижу. Дети, блин. Окей. Берите свой day off. Дети. Надеюсь, не все day off. Ну, я дала. Идеально. Мои бесполезные люди, которые здесь тусовались, наконец-таки могут... А почему я не могу за старт? Почему я не могу... Давайте. Я им дала day off, все окей с ним. Он сейчас еще и рабочий день закончит, надеюсь. Ну. Тут бесполезные люди сидят, короче. А тут у вас что? Если я сейчас поставлю тенты, типа он мне предлагает типа, поставить тенты, в которых у меня нет дерева. Ладно, я поставлю один хороший, не несколько, а один хороший. Просто супер великодушный правитель. Вот, смотри, очень теплый дом. Сколько они хотят домов? Что? И тот на 10. Мне не хватает на 25. Они под генератором спят на полу. Ничего с ними, печку кочегарятся. Все нормально. Нормально, я дом и стали поставила. Мне нужно 25, и я только на 10 ставлю. Мне вообще нечего будет это. Если эти сейчас еще дерево не подвезут, я буду в полном говне. Дерева не хватает категорически. Вообще, я знаю, в чем была моя ошибка. Не стоило ставить дороги. Я на дороге потратила нереально много дерева. Сейчас бы не было такой проблемы, если бы мои бесполезные люди... Есть еще деревце. Вот есть еще деревце. Давай. Щопит нахуй рабочих. Пусть протаптывают. Все нормально с моим генератором. У них там тепло. Посмотрите, видите? Они там подбухивают себе. Угольные отходы подбухивают. О, смотрите. А почему увеличилось 21, стало 36? Вам что, всем дома давать? Вы не все работаете, чтобы вам всем дома давать. Черти. Я не знаю, люди как будто бы не... Они такие нытики, правитель дай то, правитель дай это. Как будто бы я все делаю так. Рожаем этими домиками. Ничего страшного, что у меня еще 21 постельник. Я бы всех 80 заставила бы жить на этом, на голом поле. Вообще охреневшие. Серьезно, посмотрите на наши условия. Мы на ваши тенты потратим всю древесину в районе. А район-то у нас небольшой. Где вы потом будете древесину брать для правильных дел? Глупые, глупые люди. Дети, которые можно мне day off. То, что ты ребенок, не значит, что ты неполноценный член общества. Если хочешь себя вести как неполноценный член общества... Гуляй отсюда. А то жрать-то жрет, а пользы не приносит. У меня
не буду села на весь кратер, потому что у меня 10 дней это демо-версия игры. Слушай, я не знаю, в чем конец игры, потому что все абсолютно, ну, ресурсы, которые как бы знакомились с этой игрой, имеют ту же самую версию. Вот мы посмотрим, что будет через 10 дней. Но я думаю, что, скорее всего, суть в том, что когда-нибудь ты игру заканчиваешь, потому что твое поселение развивается и уже не чувствует нужды. Это было бы логично. Да, у моей колонии явно все плохо. Вот, работают не по-стахановски. Между прочим, когда я была в школе... Слушайте, не хочу сейчас показаться глупой, но, по-моему, Стаханов же в Луганской области или нет? Нас просто возили туда, к ним. Или нас обманывали. Я маленькая была, я не помню это. Ага, нет. Ну да, есть украинский Стаханов. Да, в Луганской области. Есть. Я думала, что я просто тупица, я не хотела очень, типа, обосраться, сказав, что я типа, была в Стаханове, если нас туда возили, рассказывали, типа, про стахановцев, про типа, чувака, про этого, все такое. Ну, нас возили по области, я же луганчанка сама, но, знаете, иногда детям рассказывают разные сказки, уровня того, что в каждой стране рассказывают, что, типа, по истории, там, например, колесо изобрели на территории твоей страны, это в каждой стране эту мульку, типа, чешут. Вот, я не хотела со Стахановым тупануть, но учителя не подвели. Пирамида весь кратер? Окей. Есть, есть бэкстори. Так, working children. Эти children, как меня затрахали эти children. Что такое expection? Дети работают на кухне, стоят рядом с жертвой, ее мать на меня еще кукарекает. Я бы эту женщину отхлыстала. Какого хрена ты вообще имеешь право ко мне обращаться? Ты работай на поле и корми своего ребенка, купай. Нечем кормить, корми снегом. Она мне что-то втирает, как меня это бесит. Что она хочет от меня? Да, я была в Донецке несколько раз, да, я родилась в Луганске. То есть она просто исключение для ее ребенка? Из 15 детей работает пятеро, у одного day off. Боже, курица, иди в жопу. Матери против, чтобы их дети работали. Значит, пусть их дети дохнут. No, you must work today. Поняли? Охреневший в конец. Если твои мерзкие детишки не будут работать, то наше поселение выдохнет, сдохнет, передохнет. А она, они... Как меня бесит, просто, что это? Я не знаю, это игра, написано, что типа случившееся, типа, что это все происходит в 1888 году, если мне память не изменяет, ну, 1800 каком-то, по-моему, 88. Если бы ко мне кто-то обратился в этом году и сказал, что мой ребенок не хочет работать, дети с 4 лет на поле пахали, сдыхали, а она мне кукарекает, что ее ребеночек не хочет работать на теплой кухне около генератора. Сук, просто ножки бы оторвала. Конечно, нет. Какая производительная травма? Производительная травма, руки с обморожением, а тому я дала day-off. Хватит ему одного day-off. Ты забыла сделать баннер осторожно с звуками? Не, просто вообще офигевшие лентяи, бездари. А можно мне когда-нибудь heal to sick? 5. Вот рабочие. Смертельно. Они когда-нибудь поправятся? О! О! Первая ампутация. Поздравляю, господа, это первая ампутация. He can't work. Он типа без ноги или без руки не может работать? В костер его. В генератор.
Как делишки? Мои люди бестолковые. Вот как у меня делишки. Идите нафиг. Нет. Как можно его убить? Как убить? Где? Шуэша должен был быть стрим, приветик, до 9, но в 9 мой стрим. Но у Эши сегодня не было стрима, потому что он готовится к отъезду в Минск. Все нормально, угля хватит на 20 часов еще. А и сейчас ворктайм 8 утра. Все, они сейчас понесут много угля. Вы как-то меня постоянно с этим углем пугаете, пугаете. С углем у меня все нормально. У меня типа на всех угольных плантациях работают люди. Чем я тебя пугаю? Все нормально с моим генератором. И что делать? Да похрен, пусть мерзнут. Они все равно бесполезные. А от вам что надо? First death. Ну наконец, надеюсь, это с ампутацией. Что мы должны делать с телом? Ребят, есть идеи. Но у меня тут два варианта. Куда ты пойдешь, Майти? По-моему, Майти расстроился из-за того, что я слишком грубый этот правитель. Так, что мы будем делать с телами? Нет, кладбища не будет. А это что? New building, snow pit. Не-не-не-не-не, ребят, будем жечь. Хотя в такое время, наверное, не стоило сжигать. Давай, пока. Смотрела я, конечно, стрим Агара. Блин! Хоуп падает, блин. Надо что-нибудь на хоупе. Надо было все-таки не сжигать тела. Все-таки 88 год. 1888. Это не сжигать? Да похрен, в кучу его, пусть гниет. Так, ну чё, еще пару тентов, да? А куда его поставить? Есть идея? Я не знаю, что это, поэтому пусть будет там. А что оно стоило? Блин, я построила и забыла посмотреть, что оно стоит. На, ну ничего, окей. Не хочу ставить хорошие дома, хотя надо нормально поставлю хороший дом. Не благодарите. Конечно же, благодарите. Выбрасывать кучу и закидывать снежком, ну почти как сжигать. Какая разница? Я говорю, пусть гниют. Надо, наверное, только подальше было. А можно перепринять этот правило? А это что? Что с этим ребенком? О, кстати, наверное, риск же понизился. Нет, риск не понизился. Или понижается. Не могу понять, он понижается или нет.
А можно разобрать дороги на ресурсы? Я думаю, что теоретически можно, но я, наверное, уже не буду это... А почему я не могу? Почему я не могу эту технологию изучить? Спасибо. Снежная куча готова. Ну, почему? Пит, разве яма? По-моему, это горбик. Почему я с тобой не разговариваю? Сосредоточена на этом. Нет, все еще живы. Так я не могу разобраться, как мне изучить. Мне хватает ресурсов. Есть идеи? Медленно падает, ладно. Будем надеяться, что скоро температура станет получше. Что-нибудь другое изучить? Ничего не могу стартануть. Не могу заапгрейдить. У меня есть 50... Да, у меня есть 50 дерева. У меня здесь сидят инженеры. Нужно больше золота. Кинь соточку в генератор. Пущай людишки и погреется гапанда. Спасибо, робот. Какую же точку? Где что кидать? Ты троллишь. Сейчас. Робот даже без музыки крутит. Какое здание не готово? Привет, няш. Соточку. Ну да, соточку. Ничего, не соточку? Или мне показалось? Сейчас проверим. Пора инспектируем. Пока мы думаем, как бекончик построить. Маяк. Кто жопа карамельная? Не карамельная, а клетчатая из-за стула. Соточку, все правильно. Так, ну что? Дорогу, если все это время дело было в чертовой дороге. Я же сделала дорогу, почему оно показывает? Ладно, у меня есть еще одна идея. Даже несколько. Смотрите. Я сейчас поставлю вот так еще один домик. А вот здесь вот поставлю. О, смотрите, у меня есть гейзеринг пост. Я поставлю еще одну эту хрень. Там было написано, что она быстрее будут учить. Вот и проверим.
смысле, строится. Не может оно еще строиться. Ну да, кстати, дорога еще не нормальная. Аллилуйя! Что? Чё, ребят, cut off his leg, типа нахрен ногу или let him be? Как думаете? Я бы ему ногу отпанахала, но он будет снова жрать и быть бесполезным. Реса хватает, там дерево надо, мне дерева пока что достаточно. Нет, тут кто-то делает, что они не работают без ноги. Если бы они работали без ноги, но они же ни черта не делают без нее. Что тут у нас в медпункте? Ой, хоть, ну хоть еда есть, слушайте, 17-19. Если еда есть, то это хороший знак. Ле Долдж, спасибо за фоллоу. И что тут у вас? Боже, какие они этот... Как эти люди меня тилтят? Окей. Мне нужно поднять хоуп, чтобы дожить до 10 дня. И давайте побыстрее пусть. Горячий. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Спасибо. Окей. Она отрубилась. То есть теперь у меня вообще не работает генератор. Идеально. Неработающий генератор. Глупые больные люди. Отравление от ямы с трупами в исследованиях. В смысле никто не работает? Да, ты прав. И это фейл. Потому что отправить туда вообще некого. Мне нужно, чтобы вот эта вот дичь... Вот эта вот дичь быстрее, чтобы... Все, я нашла, как стресс опустить. Я вообще полностью отрубила, и стресс начал падать. Все ок. Короче, я думаю, что так все плохо. Очень медленно изучается. Я не могу новых работяг найти до тех пор, пока не исследую маяк и не отправлю скаутов. У меня, кстати, дороги есть везде. Чего они там кричат? Шан, спасибо за фоллоу, привет. Еще и дорогу им сделать, боже,
То есть почему, когда они ходили драфт, они ходили по снегу, а до охотничьего домика они не ходят? Она построила, построилась? Не могу понять, она есть или нет. Ну, что там по Building Street? Блин, вот эта вот тема крутая. Надо было сюда ставить. Они тут это вот добывают, да? Типа в идеале поставить куда-нибудь вот сюда. Но тут не добывают, а тут добывают. Там добывают. Ладно, пусть стоит так пока. Чёртовы люди, снова им дорога нужна. О, минус 38. Иха! Минус 30. Ту-ду-ду-ту-ду. Температурка падает, да? Падает. Е-е-е. Главное, чтобы люди не подохли от холода за это время. Чё там у хантинг-домика? Work time. Идеально. Блин, вот этот вот, знаете, давящий вот этот звук. Я, конечно, тупанула, нужно было все-таки кладбище строить. Все еще первый, у меня все ок. Я играю первый раз, и все мои люди живы. Только двое окочурилось. Ну, слушай, Андрей, это были бесполезные люди. Одного нога отрублена, второй был ребенком. Пусть умирают. Я даже им кладбище не сделала, они вон в яме валяются. Навозной. Что вы мне снова пишете? Спасибо, я в курсе. Как хватит? Какой еще critical stress level? Почему? Он же упал, как понизить это чертов critical stress level? И что мне его отрубать теперь? Окей, шатдаун. Померзните. Топ-грейд. Пусть быстрее работают, бездари. Что сразу деморализуется? Она не деморализуется, все окей. Working kids. Как вы меня задрали с этими working kids? Подать детям больше еды? Они и так маленькие. У меня там мужики на шахтах пашут. Дети сидят на кухне. Идите, нет. Ноу. В пукан отправляю вас. Нормально все с этим. Расход детей, дети. Посмотри, у меня 0 фуд. И заготовок под еду нет, и готовой еды нет. Дети работают на кухне. И куда им еще филонить? Есть, все, шикарно, шикарно. Что, только туда могу поставить?
Так, нужно запаузить. Ребят, куда оставить? Что-то оно как-то... Тут что-то как будто бы поломано. Ага, ну вот тут это, по-моему, выглядит как что-то идеальное. Только не говорите, что мне нужно дорогу к ним тянуть. Минус 11 вуд. Не благодарите. Бесполезные. Охотиться надо. Я охочусь. У меня 2 охотничьих дома. Так, нужно дальше что-то изучать. Я чувствую, оно должно вращаться, переворачиваться, но как-то не хочет оно у меня двигаться. Идеально, правильно. Такс. Что по больным? Слушайте, у меня эти больные... А, это домик, это не больница. О, нет пациентов. Прикиньте, я что, всех вылечила? А, пациенты поверли работать. Правильно. Пусть и тут работают. Дай им отдыхать. Что тут по этому? Похоже, мне нужен еще один тент. Правильно? Feed all hungry people. Нифига себе запросы. Feed all hungry people. Что у вас здесь? A woman in despair. Спасибо. Умерший муж. Ну что? Мы сделаем то, что мы должны сделать для выживания, или I don't know. Что вы там пишете? Никто у меня не сдох. У меня все под. Вот, Андрей, мои люди живут лучше твоих. Хочешь, можешь после меня запуститься. Тут еще и холодрыга такая. Давайте погреем немножко. Только не говорите, что стресс снова растет. Конечно, вот почему он растет? Запускается 3 столетия, а растет моментально. Покормите всех из ямы с трупами. Я не против. Там чуваку ногу отрезали, можно было бы ногу и на дело пустить. Экспедиции посылаешь за новыми людьми для того, чтобы... Для того, чтобы пустить экспедицию, у меня должно быть маяк достроен. Или ты знаешь другой способ, как пустить экспедицию? Есть. Голодающие, накормленные. Зачем пустила? Потому что уже rest time, люди не пашут. Cold homes. Вот серьезно. Типа, просто вдумайтесь в логику этих тупых людей. У вас 1888 год.
вы выживаете, блин, в ледяной пустоши, в ледяном кратере. У вас все хреново, вам нечего жрать, у вас дохнут люди. Вы скидываете людей в яму. И вы говорите, наши дома слишком холодные. У вас минус 30, что вы мне предлагаете сделать? Идите в Сракотан. Почему люди сырую еду едят? Потому что бесполезные, бестолковые дети, которые должны работать и готовить эту еду, не готовят. Потому что эти ублюдки не успели подождать, пока им приготовят еду, зажрали. Пусть жрут то, что есть, не умрут. Не люди, а черти какие-то. Healthcare promise broken. О, ребят, что-то с хопом случилось. Нужно срочно спасать хоп. Окей. Такс. Плохо. Я передумала. Что я могу сделать, чтобы поднять хоп? По-моему, я нашла идеальный, просто идеальный способ. Пожалуйста, где арена? О, почему не могу построить? У меня стали не хватает. Куда делась вся сталь? Наверное, туда ушла. На эту хрень. А, create new scout. И я, мне нужно 40 дерева и 5 workers. Какие обещания, не сдерживая? Мне говорил кто-то уже про Римворлд, по-моему, робот рассказывал. Ладно, пусть сюда идут. Что делать? Как его сюда оценить? Куда? Как? Как мне отправить сюда человека? Send scout here. Add scout, окей, как мне add scout? Идеально. Десять часов. Ладно, мне все равно на второго скаута нет дерева. А что у меня, что у нас с добычей стали? О, вот это поворот! Истощился запас, ребят. Прикиньте, как такое возможно? Окей. Не, ну Макс не надо. Давайте поставим десяточку. Все, хорошо, отлично. Когда хорошую игру портит сам стример. Ну, сори, ребят, такое случается с каждым из нас. Донат работает, музыка не работает. Я музыку отрубила на этом стриме. Так, почему-то люди жалуются. Больных много, видимо, потому что люди мерзнут. А, нет, стоп, вот оповещение. Оу-оу-оу.
Ребят, ну дела пошли очень плохо, люди начали помирать. Ну ничего, сейчас скаут придет новый. Какой еще папа хочет кушать? PS3 расчехлю? Нет, я не жена Гара. Зайдите на страничку Гара и посмотрите фотографии с его женой. А, боже, Гара. Не Андрея. У Гара нет жены. Была дочерью когда-то, пока отец не выгнал меня из дома. Нет, не любовница. У Гара лишь одна страсть в этой жизни. Мася. Мася! Почему они дохнут, как эти? Почему мои инженеры помирают? Как мне поднять надежду? Я потому что я нарушила обещание. Какое только обещание я нарушила, это вопрос. Это новая игра? Подскажи, да, это новая игра. Это демо-версия для прессы. Здесь только 7 игровых дней. Попробую их покормить, может, не буду дохнуть. Если бы у меня была еда, я бы с удовольствием покормила. У меня нет еды. Тут работает, тут тоже, но нету, нечем мне их еще покормить. Ну, сейчас еще один поставлю, может, у меня хватит. Сони, спасибо за подписочку. Добро пожаловать. Так, ну здесь же есть дорога? Есть. Все, пусть строят тогда. Я не могу апгрейднуть, да? 50 дерева надо. Ну ладно, подожду. Блин, хватит дохнуть. Ну хватит, хватит. Спасибо, я в курсе. Окей, мне нужно переключиться на... Так, Trail to the North. Короче, он кого-то нашел, нас поблагодарили. Нет, конечно же, сопроводить в наш город, а не в какой-то там рандомный. С ним 20 человек идет. Они хотят 20 человек в рандомный город зафигачить. Выглядит игра многообещающе. Да, мне бы единственное хотелось бы посмотреть на полный вариант игры. Ребят, идеи, как поднять хоуп. Надо было все-таки кладбище. Была ошибка не дать людям кладбище. Вот это да! У меня истощился запас угля. Вот здесь вот. Так, это дерево. А что делать, когда все запасы? Видимо, из этих больших штук добывать. Я поняла.
Ладно, что, будем добывать здесь, значит, максимально пятерку. Маловато. У меня еще 10 человек отъехало. И нужно тогда потратить последнее деревце. -6 дерева. Ужасно. Как поднять боба? В каком смысле? Слушайте, ну хотя бы еда есть. Еда лежит, еще есть эти. Еще один сдох. Ну хорошо, дохните. Если у этих людей нет веры, точнее на хоуп, надежды. Если у этих людей нет надежды, то это их проблема. Все плохо, да. Нет, я не стартанула новую. Но люди гниют. А люди умирают, ничего, сейчас еще 20 человек придут. Они обрадуются, типа. Так, ладно. Мне нужно больше дерева. А больше дерева нет. Что делать, когда нет дерева? Еще дерево, но еще кто-то дерево добывает. Люди едят сырую еду. Я поняла вас. Простите, ребята, но нет у нас еды. Нет еды. Сто бездомных стало меньше. И на то хорошо. Может, генератор качать науки? Ну, мне для этого я и качаю генератор науки. Но, типа, для того, чтобы мне качать вот этот вот генератор и так далее, мне нужно апгрейднуть мой воркшоп, я так понимаю. И у меня не двигается почему-то эта штука, я так и не определила, как мне подвигать в стороны. Видимо, это обрезанная версия, либо я что-то не так делаю. Посмотри, зачем нужна лесопилка. Какая еще лесопилка? Где ты видела лесопилку? Я в курсе, что генератор офнут. Людей нет. Привет, люди! Привет! О, я подняла хоуп. Квест комплит. Идеально. Где? В смысле, где ты видел лесопилку? О какой лесопилке речь идет? Где ты ее увидел? А, вот этой? Frozen Trees можно будет рубать, я так понимаю. Ну, можно было поставить, если бы у меня было дерево. Да, бегите, глупцы, здесь все плохо. Я все увидела, да, робот, я уже нашла. Так, вейтинг, стоп, не надо никаких вейтингов делать. Давай ты... One day. Тут мы... Вот тут вот сюда нас направляли. Можно здесь засерчить, что там происходит. Так, ладно. Блин, ну с первого раза, конечно, сложно. Я вначале столько нафакапилась и с этими дорогами, и совсем нужно, конечно, было более
как это сказать, продуманно все это выбирать и делать. Так, в исследованиях справа, так, исследование, в исследованиях справа написано. Перетащите, чтобы увидеть. Куда перетащить? Ну не тащится, смотри, я тут потаскала. Боже, оно таскало с правой кнопкой мыши, серьезно? Что тут? Вот эту штуку нужно заапгрейдить обязательно, у меня с едой проблема. Окей, спасибо, робот. Без тебя я бы подумала, что это какая-то обрезанная фигня. Я бы не поставила тебя лидером группы по выживанию, но хотя зато весело. Ну, ребят, если бы я хотя бы подготовилась, вы же понимаете, что, ну, такие игры, они как бы не очень, скажем так... Ну, это не та игра, в которую ты можешь зайти и потыкать. То есть здесь всегда нужно продумывать, просчитывать, куда ты ставишь, куда каждый ресурс тратишь и так далее. То есть куча вот этих вот, ну, разных минимальных деталей. Я игру запустила первый раз, типа просто, скажем так, лицом влетела в... Как его? Типа лицом... Сейчас, сори, у меня тут кое-что чуть не упало. Просто типа лицом влетела в экран и ни хрена не понимаю, плюс у меня плохой английский. Понятное дело, что на изучение такой игры ты должен какое-то количество раз пофейлиться. Даже в простецком Don't Starve Together или просто Don't Starve, там все равно ты умираешь, если ты сразу что-то делаешь неправильно. Так и здесь, поэтому не стоит говорить, что вы там не сделали бы лидером отряда, просто кто-то разбирается быстрее, кто-то медленнее, я еще отвлекаюсь на чат. Так что когда-нибудь, когда она релизится, мы будем играть, и тогда я вам покажу. Ну да, в RimWorld нормально начинаешь играть с попытки пятой. Я не смотрела стримы по этой игре. Я просто вошла на YouTube, вбила, думала, будет какой-нибудь кратенький обзор. Кратеньких обзоров нет. Есть все вот эти только часовые версии, такие же, как и у меня, и все. Поэтому, такие игры, они не терпят, той игры, которую делаю я. Я никогда не пытаюсь выглядеть крутой на стриме, я всегда качаю игру и сразу иду, и потом меня все, как это сказать, обсирают. Я когда проходила, был релиз Little Nightmares, да боже, хватит дохнуть. Я когда проходила на релизе Little Nightmares, один момент какой-то не могла пройти часа полтора, меня уже так титило, и все с меня смеялись, представляете? О, нормально, пусть идут пахать. Все болеют, все 30 бездомных. Ни хрена нет, люди гниют. Ужасно. О, да, ты помнишь. Слушай, Nightwolf, я еще недавно находила этот, знаешь что, играла в Battle Ride. Тоже скачала, пошла, тоже было смешно. Я еще скоро буду проходить, очень хочу попроходить, как его называют? Kingdom Come. Я думаю, там тоже будет смешно. Привет, Захарка. Так, добренько, всем доброй ночи. Если ты уходишь, то давай, доброй ночи. Споки-споки, все дела. Вот рестайм, ребят, выплевываем булки во время рестайма. Идем... мерзнуть. Work time. Get moving. Work time. Им вообще есть где работать? Они работают здесь. Они здесь могут не работать, потому что у меня здесь больше ничего не добывается, да? Кроме вот этого вот вуда. Ладно, если вот тут вуд. Эта фигня задевает, но не особо. Я не могу понять, мне стоит ее. Стоит в нее впариваться или не стоит? Да, я очень хочу в него поиграть. Так. Хоп до 15. Зато еда есть. Посмотрите, у меня есть еда. Идеально. Так, а давайте, знаете, что сделаем?
О, да, плюс 2 вуд. Вы видели это? Ну, эту дорогу я ставлю, потом можно будет теоретически там что-то выкапывать. Ну, не особо я много, конечно, заработала на этой дороге. Плюс 2 вуда. Здесь я хотела что-то с едой. Сколько? Такс. О, неплохо. Старт, конечно же. Они будут теперь приносить по 20 сырой еды с охоты. Арену построить, точно, точно. У меня, по-моему, древесины на нее не хватало. Хватает. Вам кинеть, люди. Кинеть, кинеть. Ну, блин, арену, наверное, не стоит рядом с этим строить. Как думаете? С дохляками, да пофиг. Тут осталось 2 дня игры, пусть с дохляками живут. Вейтинг, ого. Так, search. Хорошо, что я сюда людей не отправила, которых... Обдиралова? Вам не кажется? И раз донат так и не появился на экране. Слушай, я сейчас пойду посмотрю. Он появлялся, робот донатил, все было. Там была какая-то подпись или нет? Ну нет, мне донаты другие не приходили. И, не знаю, может лагают, но вот робот отправлял, все было ок. Можно, конечно, проверить. Сейчас посмотрю, у меня есть на киви деньги. Может, я серу вас закину. Посмотрю, отправляется или нет. Сейчас гляну. Может, опять зависло. Но если оно зависает, то оно позже, позже придет. Такое бывает. Просто главное, чтобы там была какая-то подпись, что это за донат и кому он направлен. Ну, anyway, спокойной ночи. Не потеряется. Не, у меня не хватит на минималку, просто проверить. Так, ну еды хватает. Сейчас аренку мы... Что? Только снова дети? Идите нафиг со своим протестом. Все. Кричат и кричат. Все, арена построена. Видите? Workers. 0 available и 1 available. Ну все, пусть инженер тогда работает. Махаются. Веселятся. Развлекаются. И ты серьезно будешь ждать, пока я... Нужно больше золота. Чекаем донат. Спасибо за соточку, робот. Все работает, чекнуто. Такой недурственный чек, я бы сказала. Нужно больше золота. В смысле, еще раз чекаем донат? Дважды чекаем донат? Чекаем донат. Нет, это один. А почему оно дважды заговорило? Один донат пришел. Короче, он решил проговориться повторно. Спасибо.
Ты забыл Donut Goal выбрать. Но я-то знаю, куда оно пойдет. Мне некуда больше тратить. Я если не сделаю... Сегодня уже четверг. Теперь мне нужно в понедельник пойти податься. Я до пятницы, ну я в пятницу завтра не успею. В любом случае, там нужно выезжать часов 6 утра, я завтра никак не выйду. О, точно, генератор. Сори, ребят, я забыла про вас, простите. Нет, на патент. Мне нужно... Там же, когда заезжаешь, ограниченное время, когда ты можешь на него податься. Иначе придется выезжать и обратно езжать. И выезжать и обратно езжать, это типа финансово ультра невыгодно. Такс. Он разве вышел? Кто вышел? Блин, Бездарь, я забыла тебе написать, сори. Но я тебе говорила время. Я говорила, что я могу забыть. Алло, у меня есть расписание. Типа все знают, что я стартую в 9. И я тебе говорила, что я собираюсь, что скоро стрим. Я просто завтыкала. Ну, я просто перед стримом всегда типа за... где-то за час, за полтора я всегда утро занята, потому что мне приходится все перенастраивать. Зашибись. Поэтому я, типа, из 10 случаев, когда меня просят написать, я пишу только один. Я есть в расписании сегодня. Я 100% знаю, что я есть сегодня в расписании. Не надо обманывать. Unrest. А я могу не обещать им вернуть хоуп в течение 48 часов? Идите в жопу со своей All Hope is Lost. То есть, когда я теряю весь хоуп, типа, игра заканчивается? Надежды нет, и люди окочурились? Что это за игра в угоду неженкам, типа, соплявым, которые потеряли всю, типа, которые... Ко-ко-ко, типа, нам нужна надежда. Что это? Мне не нравится. То есть игра построена на фоне хоупа. Я должна была принимать, получается, все эти, которые запустили бы мне хоуп? Спасибо. Понравилось жить в этой пустоши. Один день не дожила. Один чертов день я не дожила. Давайте делиться впечатлениями. Как вам игра, несмотря на то, что я, конечно, затупливала, как животина. Расскажите, как вам понравилось, не понравилось. Для меня, если честно, ну, короче, отвечая на вопрос, буду ли я играть в эту игру, ну вот, знаете, так на постоянной основе, не разочек, не недельку поиграть, там, пока играется, а вот именно игра, которая там, к которой будешь возвращаться, я скажу, что вряд ли, по крайней мере, в том виде, в котором она есть сейчас, потому что для меня в ней нет никакого фанового элемента. Ну, то есть, некоторые стратежки мне нравятся, потому что там, ну, очень большие вариации того, как можно отыграть. И то, чем можно заняться, что там, науку, там, производство, войну, религию, короче, во что-то ты можешь всегда вложиться. А здесь ты просто, типа, должен потыкать прымха, боже, как же на русском слово прымха, прихотям глупых людишек, которые постоянно скулят, в 1888 году. Да я бы из них всех шкуру спустила. Вот. Поэтому, не знаю, я бы очень хотела посмотреть релизную версию, что будет, но пока что это выглядит как симулятор серых и убогих, которым нужно вытереть соплики.
Почему люди одинаковые, все только сковчат? Почему один там не бунтует, не подожжет что-то, типа, человек недоволен, у него нет надежды, он решил спровоцировать, поджег. Нет, они просто скулят и скулят. Не хотят, чтобы я им, в следующий раз буду жестче. Солнышко, успокойся, просто веди трансляцию. Я обсуждаю. RimWorld лучше. Но я не играла, поэтому не могу сказать. Я тащила как могла, да. Я жила как могла. Только контента мало, и вряд ли будет больше. Ну, слушайте, мне кажется, что еще будет больше. Привет, чебуречек. А погнали в ресторан. Не, у меня тут свой ресторан. Смотри, блин, ладно, не буду показывать. У меня есть половина куриной груди, которую я не собираюсь доедать, потому что она отвратительна. Не то явно, не то, что будет, мне кажется, в конце, поэтому тут такое. Но мне нравится, как она сделана. Вот эта вот давящая музыка. Ну, реально, эта музыка давящая. Вот это вот холод, эти анимации, я показывала вначале, анимация очень красивая. Вот это, знаете, как ветреная гладь, которая появляется на снегу. Это круто. То есть единственное, что меня реально бесит, это люди скулящие. То есть тут не слишком-то большое разнообразие геймплея, то есть эти все моменты нужно продумывать. Их нужно, ну, если судить исходя из того, что есть сейчас, то одно и то же придется переигрывать большое количество раз, потому что ты когда-то к чему-то идешь, то есть ты уже начинаешь какие-то моменты осваивать, и ты понимаешь, на что можно тратиться, на что нельзя, что нужно принимать, что нельзя. Но в конце концов ты будешь все равно до чего-то доходить, до чего-то фейлиться, и вследствие этого, как бы это сказать, начинать заново. И типа это не очень интересно, когда все одинаково. Типа, если бы было больше разнообразных событий, было бы круче. Если бы вот люди не только скулили, а вот разнообразие какое-то делали. Так. А сейчас я ради интереса хочу. Сейчас, секунду. Я хочу посмотреть. Кого-нибудь. Ой-ой-ой, сейчас кого-нибудь рандомного открою. Прокладываю. Кто проходил игру, и посмотрю, прошел или нет. Вот, кстати, я смотрю человека, который очень хорошо разбирается в подобных играх. Ну, по крайней мере, я бы ему доверяла. И он тоже на тот же день, когда я, вот я смотрю, тоже начали люди дохнуть. Причем на 9-й день он потерял типа ультра дохрена. Вот я сейчас мотаю, очень много потерял. Но, кстати, до 10 дня... All hope is lost! Типа, чувак, я просто не буду рекламить, но чувак, который круто разбирается в этих играх, я уже несколько лет смотрю его обзоры, я смотрю уже несколько лет его стримы, и типа в похожем жанре или около этого жанра, он очень силен, и он отъехал, но я, правда, отъехала на 9-й, он отъехал на 10-й, и тоже all hope is lost. То есть это не я одна такая, типа, тян не умеют. Это чувак очень грамотный, очень умный, и он тоже отъехал. Так что... Нет, я не играла в Beholder. Ладно, я бы тут поотвечала на некоторые вопросы, но поскольку эта запись пойдет на канал, не хочу отвечать некоторым ребятам, рассказывать о том, что они поправляют постоянно и так далее. Ладно, Ребзи, этот стрим заканчивается, вот, но я, в принципе, еще готова немножечко во что-то рубануть. Может, мы это через пару минуточек поднимем новый стрим, например, с Лальцом. Что думаете? Кто-то останется или нет? На котором я смогу ответить всем проказникам.
Ну что, ребят, у меня просто небольшой выбор, с чем подрубаться, потому что игр мало-мало очень на компе. То есть я могу подрубиться, по сути, с Battle Right. Нет, здесь подрублюсь. Вот. И могу подрубиться с Лальцом. Но я бы с Лальцом подрубилась так-то. Будет кто смотреть? Не будет? Да, вот не хочется что-то сегодня Battle Right, честно. Я так подумала, если выбирать, то Лалец хочется больше. Но я же в RimWorld хотела поиграть. У тебя два экрана или один? Ты можешь на один экран меня передвинуть, а на втором так типа пух-пух-пух. Я вот думала, но я сначала хотела в Battle Right, потом подумала о том, что в Лальце это... Что, Алина, Алина? Ты тоже в RimWorld пойдешь? Лучше, чем лол? Это удар ниже пояса. Никогда на это не смотрит мой лолец. Ну так, чуть-чуть. Да я бы Kingdom Come бы начала. Для него нужно отдельное. Не надо Battle Right. А почему не надо, Андрей? У нас много народу подписывалось на Battle Right. Многие смотрели. Многие, ну как, не очень много, но были люди, которые специально приходили именно на стримы по Battle Right. А, или там будет Гара, может быть. Сейчас я посмотрю. А, нет, не будет. Гара не будет дальше стримить. Андрей, чего не надо? Ладно, ребят, я через... Не надо. Окей, ладно, я тогда отрубаюсь. Сейчас поговорю с Андреем и решу, что по апдейту будет что-то дальше, вообще что-то хотя бы, или не будет. Все, если вдруг кто-то приходил посмотреть только на Фростпанк, я тогда с вами прощаюсь. Спасибо, что были здесь со мной. Оставайтесь с нами, заходите на Гоха.ру, читайте новости. На Гоха.ру есть еще также форум, на котором есть расписание со всеми стримами. У нас целая куча интересных, классных игр. И все такое. Поэтому надеюсь, вам Frostpunk понравился. Сори за то, что я за тупок. Вот. Но для всех тех, кто уходит, я прощаюсь, целую. И если будет подруба, я напишу через 2-3 минуты, с чем и будет ли она. Все. Баба.